который впереди у нас. Эти небоскребы вы видите. И мы направляемся на смотровой площадке. У нас сейчас справа Босфор и Босфорский мост. Увидите мост. Мы не проезжаем этот Босфорский мост, потому что летом бывает ремонт. И каждый год ремонтирует мост. Построен мост в 1973 году открыли. И компания, которая строила, немецкая, английская, турецкая, потому что англичанин Вильям Брант проектировал этот мост, отдали срок пользования 40 лет. Ему 44. Поэтому каждый год проводятся ремонты, и там большие пробки. Поэтому группой туристических не посещаем азиатскую часть, не проезжаем, а просто со смотровой площадки имеем возможность сфотографировать и Босфоры. А кроме этого, мне коллега моя говорила, что вы записались на Босфоры. Проезжаем торговый центр Зорлу, кроме этого, и верх здания отеля.